Так, вот такая у нас тут пробочка собралась. Мы тут в узком горлышке, где грузовики и машины одновременно проезжают. Так, время 18.07, ну, короче говоря, 18.00 мы подъехали. И вот пока еще стоим. Нам надо просто сейчас разъехаться из этого коридора, чтобы легковые машины объезжали грузовики. Не факт, что легковых там много. То есть просто грузовики здесь препятствуют нашему продвижению. Все, вот АПП Верхний Ларс. Машин здесь немного. Марфуша заучивает, что у нее день рождения 28 марта. Она об этом забывает. Не могу этот пакет с сосисками, блин, открыть. Марфуша у меня сегодня... Ключами тогда. Сегодня весь день голодная. Ключами тогда. Как-нибудь после ключи найди и В общем, друзья, мы прошли границу, я сейчас скажу, сколько время, 18.52, то есть нам около 50 минут, ну, это просто мы там в очереди постояли, немножко там эту здесь, значит, сделали. Короче, все, границу мы прошли, вот они наши паспорта с Марфушей. Марфуша получила сегодня первую печать 19 ноября 2022 года. Все круто. Тебе понравилось границу проходить? Легко было? Все отлично, там не вот вообще... Вот это я грустная. По документам, значит, мы готовились с собой, мы брали с собой согласие от матери, потому что, ну, мать является основным опекающим родителем, и там плюс еще, что детей воруют, там туда-сюда, короче, перестраховались, согласие от матери взяли, доверенность на машину еще у нотариуса заверили, она нам тоже не понадобилась, и свидетельство о рождении тоже еще брал на всякий случай, ну, короче, вообще ничего не понадобилось, просто два паспорта, пришли, поулыбались, ну, естественно, таможенники позадавали несколько вопросов. Какие вопросы тебе задавали, Марфуш? Сколько тебе лет? И еще спрашивали, ты ходишь в школу, а я ну, нет. Ну, ты говоришь, учишься ли ты в школе, да, или в садик ходишь? А спросили, кто это у тебя, да? Как тебя зовут, спросили. Как папу зовут? Она хотела развернутый ответ, Кустов Роман Николаевич, но, видимо, забыл и сказал, Рома. Марфуш, это первая твоя заграница вообще, дай пятюню! Короче, сейчас типа с Минди мы сделаем доверенность на машину, ой, это страховку сделаем на машину, поменяем деньги, переночуем и завтра поедем, завтра будем уже в Батуми.